Привет, друзья! В сегодняшнем видео я покажу процесс создания смешных паучков для арахнофобов, даже страшных. Для этого нам нужно 10-15 минут свободного времени, черный фоамиран, черный картон и другие канцелярские принадлежности. В данном случае у меня был черный глиттерный фоамиран. С помощью циркуля или от руки вырезаем круг необходимого диаметра. Я потом его как шаблон использовала для получения штук 10 паучков. Кстати, вдохновлялась вот этой картинкой из интернета. Правда, милые паучки. Вырезаем круги, а из остатков лапки. Как видно на картинке, нам понадобится 4 пары лапок, 2 передних и 2 задних, направленных в противоположные стороны друг от друга. Если вам неудобно работать с мелкими деталями, большими ножницами, как это было мне, можно заменить их на маникюрные и вылезать на крайний случай канцелярским ножом. Чтобы мои паучки были чуть объемнее, я из фоамирана сделала овалы, я просто забыла про круги. А потом заранее вырезала круги, обрезав, как бы облегая пузико из фоамирана. Приклеиваем ножки к картонной основе. Я использовала клей «Момент Кристалл», который быстро сохнет и не оставляет следов, и вдобавок не плавит фоамиран, в отличие от горячего пистолета. Рисуем глаза, либо маркером надавив, либо, как я использовала, использовав белый акриловый контур, чтобы у паучков глаза получились пучеглазыми. А вот у сделанных тараканов из коричневого фоамирана я глаза продавила белым маркером, чтобы они правда были такими же противными, как и в жизни. К тому же так малышня отличалась друг от друга не только количеством лапок и цветом, но и за основу тараканов всего 6 лапок и парочка усов. Финальный штрих – это проверить симметричность ножек. Если все готово, все вам нравится, значит все готово. Повесив за нитку белого или черного цвета, можно сделать еще страшнее, создав эффект зависшего паука над жертвой. Или если приклеить к заколке, то получится тематическая смешная заколка для Хэллоуина. Всем спасибо за внимание, подпишитесь и поставьте лайк, если понравилось, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!